Приветствую всех. Винсент, твоя спайдерка. Была Серегина, теперь твоя. Сейчас со своим био-ойл погоняю. И под микроскопом покажу потом. Чисто под микроскопом покажу вам, как она работает. Перед ней был брусок медно-оловянный 2820. И покажу, какую рисочку он делает и убрал ли риску. Ну, то, что риску убрал, это точно убрал. Сейчас идет только работа самого камня. Уже быстро убирает риску. Для нержавеечки финиш делать. Класс. Во-первых, постоянный будет. Однородный. Я имею в виду по риске однородная, постоянная будет. Брусочек хрен убьешь, керамику. А для нержавейки в самый раз будет. Сейчас под микроскопом потом покажу. Риску 28 и риску спайдерка. Так что если кому камушек нужен, рекомендую брать у Сереги, пока он остался. Пока еще есть. А, уже заканчивается. А брусочек работает мягенько. Шустро, мягенько. Не скачет. Так вот чувствуется, что такой шуршит. Класс. Так что рекомендую брать, пока есть. Он свои деньги как бы стоит. Но он же неубиваемый. Равнять вы его каждый день через 5 ножей не будете. Так что можно брать. Так, ладно. Я буду финишировать, потому что записывать и финиш делать, это не подходит такая работа. Два раза поработал спайдерком. Один раз аж черный шлам убрал. И второй раз проработал на зерно, все работал. Ну, в этот раз чуть-чуть поменьше уже шлама. Работа с био-ойл со своим. Угол 19 на сторону. Овощничочек такой. Финиш для овощника, для кухни. В самый раз. Одной рукой снимать, показывать тяжеловато. Нормалек можно брать. Ссылочка будет под видео на камушек.